Да, и поэтому вы перечислили уже ряд вещей, которые, в принципе, нам нужны. Нам нужна форма, нам нужны спортивные эти соревнования, там, молодежных команд, для того, чтобы наши работали. Нам нужны место для сборов, и мы хотели бы, чтобы ваш тренер тренировал нашу команду. Вот. Ну, за минуту я, в принципе, уложился. Он стоит, смотрит. Я говорю, минута пошла. Последняя. Вот тогда он и сказал, говорит. Знаете, говорит, вопросов нет. Мы вам форму даем, мы вам сборы даем, мы вам даем площадку такую, мы площадку такую, мы такой-то. Ну, еще вам предложим еще вещи. Потому что это минута моя уже, говорит. Значит, мы вам ваших тренеров будем тренировать. Тренеров говорю. Судьи. Mm-hmm. Если у вас будет хороший судьи, то тогда, говорит, вы получите очень хороший нетворк, который будет вам помогать, и они будут знать, где хороший игрок, где хороший тренер и так далее. То есть вам нужен шпион, который будет внутри этих всех дел, а без этого, говорят, вы не будете развиваться. И вот Эрматов как раз и был один из первых, который прошел вот эти учебу. Да, FIFA. Да, и вот стал. Рекордсмен мира сейчас, самый большой матч. И у нас форма, все, они полностью обеспечили на несколько лет. Причем специально для сборов, специально для значит, игр и так далее, и так далее. Но, то есть я к чему, что нету ничего невозможного, единственное, правильно позиционируется. А нетворк, о котором я говорю, вы же в соревнованиях международных участвовали. Вот. Есть спортсмены. Напишите тому, ну, скажем там, партнерам из Германии, там, Франции, кого угодно, кого вы знаете, у него свой нетворк. Поставьте задачу и проблему. И все, не надо ничего стесняться, просто сказать, что вот у нас есть такая проблема, слушай, подскажи, как это решить. Но я сразу анекдот один, если можно. Конечно. Это советский анекдот. Значит, отец решил сделать свадьбу и обратился к другу, там, Ахмад. Говорит, Ахмад, слушай, там, я свадьбу делаю, у тебя есть баран? Он говорит, баран нет, совет дам. Иди, говорит, к Алишеру. Приходит к Алишеру, тот же самый. Барана нет, совет дал. Иди, говорит, к Акбару. Тот пошел к Акбару, тот тоже говорит, совет нет, говорит, то есть баран нет, совет дал. Он говорит, слушай, что такое, мне баран нужен, говорит, а не совет. А это такое, если бы мы жили в стране баранов, я бы тебе барана дал. Супер. Отлично, друзья.